Реальная кухня. Новый ресторан в большом городе. 9 человек, готовых на все, чтобы создать успешный бизнес с нуля всего за 2 месяца. Им предстоит стать единой командой, чтобы реализовать общую цель. Каждую неделю их будет все меньше. За 8 недель ресторан заработает несколько миллионов рублей. Но все эти деньги в финале заберет один. Молодые, амбициозные повара из самых разных городов страны собрались в Москве, чтобы под руководством известного российского ресторатора Арама Мнацаканова воплотить в реальность свои мечты. Они отлично готовят, но смогут ли стать настоящей командой? Они обожают кухню, но сумеют ли ей управлять? Они готовы на все ради победы. Но достаточно ли этого, чтобы с нуля сделать ресторан прибыльным всего за 8 недель? На этой неделе в ресторане «Реальная кухня» бразды правления перешли в руки Анны. Будучи одновременно и шеф-поваром, и управляющим, она почувствовала, что имеет полную власть над коллективом. Внесенную ей концепцию домашнего ресторана участники с самого начала не приняли, а после предложения о пожертвовании части выигрыша на благотворительность команда и вовсе перестала ее поддерживать. Неоправданно жесткое руководство, которым управляющая стала давить на конкурентов, все больше настраивало против нее участников. В результате всю заработанную сумму за вечер команда под напором управляющего решила перечислить в детский оздоровительный центр, в который накануне ездили Валерий и Анна. И общая сумма выигрыша осталась прежней – 2 525 600 рублей. Как будут развиваться события дальше, узнаем прямо сейчас. Утро на «Реальной кухне» началось не слишком радостно. Аня расстроилась, что ее очередную креативную концепцию участники раскритиковали в пух и прах. Поддержку она получила только от Саши Ерина. Ну, во-первых, хочу сказать спасибо Александру за то, что отстоял мое меню. Спасибо тебе, Саша. Вот он просто-напросто единственный, кто вчера зашел ко мне, Ань. Почему тебя и все остальное? Вы же друзья, которые... Вовремя подлезал, да. Ты повелась, ну понятно. Реально помочь. Если кто-то думает, что кто-то у него друг на этом проекте, то он уже проиграл. Аня, ну, по своей доброте душевной и там простоте, она думает, что там вот, у нее друзья. Деньги. Всему виной деньги. Ты мне предлагала помощь? А ты у меня спросила за 3 дня вообще хоть один что-то мне посоветовала, что-нибудь там уточнила у меня? Ты ее звала пообщаться, меня нет. Я тебя в первый день тоже звала, когда ты не Ну, в первый день мне было неинтересно с тобой разговаривать. Олеся считает, что Аня идет на поводу все время у определенных лиц. Что она сама не решает, а за нее решает, что делать. И она как марионетка в чужих руках. Настроение Ани и остальным участникам поднял Арам, пригласив всю компанию в свой Арам. Друзья, сегодня наш день начинается здесь, в моем ресторане. Я одеваю фартук, как только захожу в свой ресторан. Выгляжу точно так же, как любой официант. Чем отличается этот ресторан от любого в России? Сейчас я вам скажу то, что вы сразу поймете. Здесь нет ни одной детали, которая бы не принадлежала мне. Мне очень все понравилось. Это мой уровень. Все достойно, красиво, по-царски, с размахом. Главным элементом интерьера ресторана является вот моя кухня. Вот на кухне можете обратить внимание, потому что эта кухня сделана во Флоренции. То, что называют люди кастомайз, когда делается вещь под шефа, под персону. Не стоит как Rolls-Royce, выглядит как Rolls-Royce. Ресторан «Арама» – это уровень такой, это лучших ресторанов мира. Что является показателем для меня классного ресторана, не хочу хвастаться, когда у ресторана есть своя кулинарная книга. У нашего ресторана уже как бы две. Вот вы видите тарелки, на самом деле у нас есть такая традиция, у меня огромная коллекция этих тарелок, но если есть какие-то гости, которые там, ну, особенно там дорогие или там нам чем-то очень важны, мы просим их написать нам какие-то пожелания. Впечатления, конечно, безумно приятные, кухня шикарная. Я не был в Третьяковской галерее, но мне кажется, там также чисто, аккуратно и спокойно. Для полноты впечатления Арам позволил ребятам самостоятельно приготовить обед на его кухне
Я хотел бы, чтобы сегодня на кухне у нас Ксандро, который никогда еще не готовил здесь на кухне, пусть он запомнит это на всю жизнь, Валера и Таня. Полноправным шефом является Алексей Поляков. Скажи, что мы будем готовить? Мы будем готовить пасту цукини креветками. Сначала слегка припустим чеснок на оливковом масле, потом слегка обжарим цукини, чтобы они не превратились в кашу, и бросим креветки. Да. Параллельно у нас будет вариться паста, только она будет готова, мы забросим ее в обжаренные креветки с цукини, добавим немного рыбного бульона и сливочного масла. Сливочное масло надо будет тоже нарезать на кубики, чтобы оно быстрее разошлось, и у нас получился вкусный соус. Нарезка, конечно, оставляет желать лучшего. В принципе, рецепт элементарно простой, то есть делаю 5 минут, а море удовольствия. Друзья мои, я вообще был безумно рад вас видеть в этом ресторане. Спасибо, я хочу сказать спасибо всем ребятам, которые сегодня нам помогали, готовили. Увидимся на реальной кухне. Всем добрый день. Сегодня было очень позитивное утро у нас с Тарасом Михайловичем в его ресторане. И хотелось бы продолжить на этой же ноте весь оставшийся день. Поход в ресторан «Арама» вдохновил Аню на неожиданную концепцию в стиле ретро-60-х. Сегодня у нас стиляги. И я сделала расстановку именно по этой концепции. Что касаемо зала. Я хочу оставить в зале людей, которые могут здесь сделать что-то веселое. Сандро, я хочу, чтобы ты был в старшем зале и подменял меня на ресепшене. Тебе в помощь даю Александра. Александр вчера прекрасно стоял на раздаче, но почему-то его испугались и поставили сегодня в зал. К вам еще Евгения. Макс, попрошу сегодня встать на дискотеку. Я так думаю, что они просто боятся. Бойтесь, ибо это правда. Вот, я лучше, чем вы. На кухне сегодня с шефом Кирилл Грязнов. Если раньше хотелось туда попасть, то сейчас позиции на кухне – это как наказание. Потому что не хочу я отношения иметь вот к этому вообще никакого, ну, потому что это ужас. На горячий Валера и холодный кондитерский цех закроет Татьяна. А на закусках у нас мясная нарезка, только мы ее немножко апгрейдили, добавили туда грудинку, корнишоны и маслины. Потом бакинские помидоры с бураты. Суп у нас из перцев. На горячий вырезка говяжья с гарниром и кинзет, который я готовила Араму Михайловичу. И жульен грибной. Валер, я надеюсь, что он будет такой же шикарный, как в прошлый раз. Не вяжется вот эта вот концепция стиляг и меню. То есть они как-то логики правильно нету, что если стиляги, то должно быть, может быть, что-то из 60-х годов, какая-то кухня. Ребят, я надеюсь, что у нас сегодня все получится. Идите, переодевайтесь, и жду вас на кухне. В разгар подготовки ресторана к ужину на реальную кухню приехал Арам. Анна! Здрасте! Пойдем, расскажешь мне, что происходит. Пойдемте. А где Саша такие подтяжки, кто ему дал? Бар «Голубая остров»? Да чего я сейчас похож? А ты где, на какой позиции? На мойке? Тоже в галстуке? Да. Галстук не жалко? Аня, объясни, отмой мое имя. 2 525 000? Что-то как-то немного. Я уходил. Я вам объясню сейчас, почему. Анюта, давай с самого начала. Я тебя оставил управляющей, уехал. И что тут творилось? Первый день, наверное, был один из самых сложных. Трэш. Трэш, да. Куча проблемных гостей. Я даже 2 столика я выгнала. Один столик просто пришли... Готы, по-моему, я в субкультурах не особо разбираюсь. И девушка сидела, я то есть краем глаза увидела, что она режет себе руку. Я выхватила у нее нож и попросила их покинуть помещение. Это нормально, Саша, брат, видно. Стой, стой, притормозись. Ребят, я попрошу вас покинуть помещение. Отнеситесь с юмором и пониманием. Ребят, я последний раз повторяю, я хочу, чтобы вы покинули. Ну мы ж вреда людям не приносим. Потом пришел Татьянин поклонник. Татьяна на мойке стояла. Начал проходить, пытаться служебное помещение. Татьяна, давайте сегодня вечером встретимся. Валер, закрой дверь, пожалуйста. Так я все, ухожу, я зашел только попрощаться. Нет, я не могу, Александр. Может, рассчитать? У меня выгоняет просто из ресторана, хотя не имеет никаких оснований. Ну, дурак, короче. Да, то есть я начала его успокаивать. А остальные гости? На следующий день ко мне пришла буйная четверка качков.
А они что делали, эти качки? Ну, не ко мне докапывают, Татьяну достали, блин. Давайте вы отожмете. Нет, ребята, вам заплатим. Я в эти игры не играю. Нет, нет. И платить можно, мне не, нет, я не прогоню. Нет, можно просто на спину присесть. Все, я с вами не разговариваю сейчас на эти темы. Начали там в армрестлинг играть. Надо сразу гнать в шею. Сразу. Ребята начали на провокации вести из кухни. Я Максиму за руку затащила на кухню, чтобы они не выходили к ним. Он начал, давай Сандро пойдет с ними в армрестлинг. Я говорю, ты вообще нормальный, нет? У нас есть одна кандидатура, кто может с вами побороться. Макс, да. Так, идите Сандро. Работайте. Никто из сотрудников в зал не выходит. Давай Сандро выставляем. Они тебя слушают? Конечно, очень напряг меня Максим. Макс хорошо его в армию отдать командующим роты. То есть ротой, но не кухней. Он постоянно спорит, ну, постоянно, то есть какие-то с ним проблемы. Ну, а Кирилл, что, как повар, какие у него недостатки? Но он не трудяга. А медведь откуда взялся? Мы вчера ездили в детский центр оздоровительный. А. И дети подарили мне медвежонка. Ой, парень. Вау! Мишка! Ребята, откуда вы узнали, что я обожаю плюшевых медведей? И вот, что касаемо выручки, вчера то, что мы заработали, я, ну, с ребятами пожертвовала для стройки детской площадки. Ребят, у меня к вам вопрос. Могли бы мы отдать эти деньги детскому центру? То есть давайте проголосуем, поднимем руки. Кто за? Да все за. Ну и молодцы, а чего? Благородное дело. Я считаю, что мы все должны так себя вести. Ну и что, а кто у тебя на плохом счету? Ты сказала, что раздрай в коллективе, дома тоже тяжело жить, потому что там тоже все ругаются. То есть на самом деле вы не знаете, что в доме творится. Ситуация накаленная очень в коллективе. Что-то поменялось в этой ситуации? Стало что-то поспокойнее, проще? Потом... Вообще поспокойнее стало. Что сегодня вообще будет такое творить? Сегодня у нас стиляги. Такая концепция? Да. Ресторан со стилягами, а еда какая? На горячей вырезка с кинзой, ну, которую я вам готовила. Ну, он принес замороженная вырезка, как вы успеете взять? А вы знаете, из чего я вам готовила? Была такая же, а я ее пилила ножом, я ее мариновала, она у меня мариновалась, уже еще замороженная, представляете? Хорошо, ладно, давайте вперед. Все, я побежала. Давай. Пока Аня отчитывалась о раму за несколько дней работы, ребята вовсю готовили кухню и ресторан к приходу посетителей. Саша! А где официант твой? Да я вообще не знаю, где все официанты. Ты сегодня один, что ли, официант, да? Да! Ну ничего, что ж, сегодня придется писать докладную. Я не стукач, но форму доклада знаю. Я устал от глупых идиотских высказываний Сандро. Наверное, тоже бы попросил его собрать чемоданы. Новая концепция и яркая форма вдохновила ребят не столько на работу, сколько на развлечения. Домой, дед, домой, диджей, качай музон, давай быстрее. А, вот еще. Начнем фотосессию, Женя. Спинку прогнула. А я вам сделаю все поправить. Ножку подняла? Мадонна. Вот. Тоже стиляга? Да, я сегодня стиляга. Ой. Все, еще один скандал будет из-за нее уже. Почему? Сейчас я еще накрасюсь. Ты тоже, что ли? Конечно, я же должна тоже встречать. Старый лимон. Сейчас как дам тебе этим лимоном. Мне он для яблока. Да, для яблок. Она для яблока его положила. Я его оставила для яблока. Все, давайте, удачи вам. До свидания. Спасибо. Приходи. Пока все веселились на кухне, Сандро нашел в зале ресторана кое-что интересное. Быстрее, смотри, что нам Ерена не выгнать. Прикинь, смотри сюда. Я нашел блокноты, где идет тайная переписка всех остальных участников, где они говорят о том, что Сашу надо свергнуть, как-то убрать вообще. Ну, ребята в сговоре. Никто это ничего не скрывает. Ну что, расскажите мне, как атмосфера вообще сейчас в коллективе? Более-менее стихли люди, они теперь общаются на блокнотах. То есть, если меня впрямую говорят, что я там какая-то у меня коалиция, еще что-то, то там явно. Там я сейчас поймал просто людей за руку. Там прям идет четкая переписка, кого надо убрать, и они прям это общаются. Вот та толпа.
Софа? А прям четко. Аня на тебя не жалуется, она даже не звонила мне. Ну, а как она должна на меня жаловаться? Ну, мало ли что. Я же умею. Наладил ты отношения? Конечно. Ну как, с руководством я же должен вести себя отвратно. Это все нормально здесь, как бы. Я исполнительный, он, посмотри, все блестит. Посмотрим. Посмотрим. Дальше. Ну что, все прекрасно? Да. Анна не жаловалась на меня, а рано. Ага, она так на меня жаловалась. Почему? Иди сюда. А? А что случилось? Ну, просто сказал, что я сложный, со мной сложно работать. Вот так вот. Преподнесла это. Я сложный. Ой, какой бедный, сложный мальчик. Пока Сандро и Макс решают подковерные вопросы, работники кухни заняты не менее важными делами. Чтобы наварить побольше прибыли, участники решают накрутить цены на блюда. Бурата очень дорогая у нас в силе стоимости. Ее надо не меньше штуки или 800 рублей. 999. Думаю, не стоит. За 1000 у нас не должно переваливать. 700 рублей для семги – это мало. Если дешево будем продавать, мы не доберем 3 миллиона в минус налоги. Тем временем Саша Ерин и Сандро задумали коварный план. Как слить сильного конкурента? Кирилла нужно сегодня затюкать за разными. Два из трех столиков должны хотеть слить сразу. Я могу сделать. Просто смотри, если на баре, надо следить за этим моментом. А дальше своего Макса ничего не видит. Кукушка, кукушка, сколько покинет участников в пятницу наш проект? Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Новую концепцию Ани ребята в очередной раз восприняли скептически. Придут сегодня люди и будут говорить: уберите этих уродов отсюда. Что за твари нас обслуживают? Цветастые. Нашу шахиню из крайности в крайность кидает. Услышав отзывы ребят о концепции стиляги, Арам решает уточнить у Ани детали. Скажи, пожалуйста, вот это вот, вот балаган, что означает? Галстуками. У нас сегодня концепт стиляги. А что это за концепция стиляги? Вот объясни, я вот нормальный человек, пришел в ресторан, еду я понимаю нормальный, да? Могу прочитать название. Мне говорят, у нас концепция стиляги. И я говорю, и что? Я считаю, что в наш образ нужно немножко дополнить яркостью. И я выбрала поэтому именно стиль стиляг. Стиляги с стилягами, кухня кухней. То есть как бы два разных полушария. Это понятно, что и вроде как и Аня не могла объяснить, чем же стиляги относятся вот именно к ресторану. Я с точки зрения бизнеса рассуждаю. Пытаюсь спросить тебя. Это как-то влияет на что? Или просто ты говоришь, я таким образом веселю своих работников? Это и работникам веселее. И я хотела немножко обыграть подачу еды. Таким образом мы пытаемся как-то выразить себя через легкие... Макияж. Тупой раскрас какой-то боевой лица вообще, который меня напрягает. Хорошо, я вот пытался только это понять. Итак, у нас впереди вечер. Удачи вам. Давайте я посмотрю на сегодняшний ужин. Так, по местам туда, товарищи. Ресторан открыт. Рада приветствовать вас в нашем ресторане. Пожалуйста, пройдемте со мной за столик. Не хотите водички? Да, отлично. Хорошо, отлично. Вода Архыз, она, скорее всего, защищает иммунитет, потому как она добывается в горных районах, и в ней содержится много минеральных веществ. Никто не испортит вам сегодня настроение. Никто. Никакая... Рада приветствовать вас в нашем ресторане. Проходите за столик. А вы со своими гостинцами? Давай. Смотри, что там. У меня сегодня самый счастливый день в моей жизни. Мне сделали предложение руки и сердца. Я пекла торт для своего молодого человека. Я хочу его украсить, и чтобы он был, ну, почти как свадебный. Я спрошу, что он сделает. Тортик, тортик хотят украсить. Кирилл. Жень, я сейчас спрашиваю. Что мы должны это делать? Мы не обязаны это делать, поэтому я подхожу и спрашиваю шеф-повара сейчас. Нет, вообще-то я шеф-повар. А, господи. Ага. Это нельзя делать. То есть мы не отвечаем за качество торта, понимаешь? Ну пойдем вместе тогда подойдем.
По мнению Ани, клиент не всегда прав. Ведь употреблять принесенное с собой на реальной кухне запрещено. Мы не можем вам его украсить, да, и как бы не можем разрешить его у нас употреблять. Потому что за качество торта мы не отвечаем. То есть если с вами случится что-то после него, то отвечать будем мы. Пожалуйста, я вам заплачу. Ну, нет, мы не можем, это но сделать. Я вас специально сюда пригласила, чтобы мы отпраздновали это. Просто откусим. Смотрите, мне, мы можем его нужно украсить, но употреблять вы его здесь не будете. Да, еще такой важный момент. Это же сюрприз. И когда его зовут Гильдон, я не знаю, его зовут Гильдон, мне Вероника. А, может, это как-то поможет украсить, не знаю, буква В и буква Г, ну вот как-то так, В и Г. Гостье ресторана таки удалось уговорить Аню украсить торт. Но Аня отнеслась к делу без особого энтузиазма. Клубничкой выложим просто и все. А там и мяту воткнем. Многие гости ресторана остались недовольны меню. Увлекшись внешними атрибутами, Аня совсем не позаботилась о разнообразии блюд. Вы наш официант, да? Да, я буду ваш официант. А вот это вот что за фигня, грамота? Меню, что ли, ваше, да? Да, конечно. Слушайте, такой фешенебельный у вас тут ресторан, выбор-то ни о чем. Ну-ка, есть у вас тут кто-то старший, там, шеф, сушек? Да, конечно. Можно пригласить? Пожалуйста, наш шеф-повар и управляющая Анна. Я вас слушаю. Анна, ну что у вас такое? Меню-то прям маленькое. Маленькое? Ну хотя бы первое. То можно было бы сделать тут несколько вариантов. Там хотя бы какой-нибудь, я не знаю, там борщ, щи, вторые блюда. Три номинования всего. Семга, бифштекс, жульен с грибами. Я лично недоволен вашим меню. Да. Очень жаль. Я думаю, когда вы попробуете на вкус, вы останетесь довольны. Допустим, ладно. А в это время су-шефа Кирилла и его помощника Валеру ждал неприятный сюрприз. Мясо для стейков оказалось очень низкого качества. Пацаны, что это за жижа? Они еще заморожены. Они вот сейчас растают, это будет вообще... Слушай, не... Думали, что мясо можно будет сделать стейки, потом, когда его вскрыли, уже оказалось, что нельзя сделать стейки, и пошли уже по обходным путям. Тем временем праздничный торт уже украшен, и гостье не терпится посмотреть на работу профессионалов. Это что? Это сердце? Это сердце и стрела. Ребят, это, конечно, вкусно, но вы издеваетесь? Даже из этих продуктов я бы сделала гораздо красивее. Не, ну правда, просто. Ну, да, что? Это как детский сад, реально. Мне было 3 года, я бы такое сделала. Хорошо, можете это. Девушка, вам не нравится? Хорошо, мы уберем сейчас все, оставим в прежнем виде. Да, вы уберете, вот эти крошки останутся, да, и что это будет? Можете дать мне сливки, что-нибудь такое, я сама украшу. Девушка, вот я уже жалею, что с вами связалась, если честно. Аня, просто важнее этого дня у меня не было. Мне реально еще не делали предложение руки и сердца. Я понимаю. Нет, все, я обмажу сливками и... Да, оставьте клубнику с остальной ребятой. Разочарование гостьи вполне понятно. Поэтому она решает исправить ситуацию сама. У меня когда-нибудь будет в зале все гладко, а? Скажите мне. А что вы такое меню маленькое? А почему нам официант не подходит? А почему то, а почему это? Надо вам дойти и сказать, так, что есть меню, то и жрите. Меня дергали все, кому поверят. У меня гости были просто вообще такие дикие. Так как ресторан мой еще 1.5 дня, я буду делать все, что я захочу. Кириллу и Валере становится по-настоящему жарко. Из зала идут постоянные дозаказы, а еды на кухне все меньше и меньше. Это 8-й стол, еще один бифштекс они хотят. Что, у вас вообще нет бифштекса? Нет, у нас больше. А панакота-то есть? Кирилл, ну не мы виноваты в этом. Ты сам понимаешь, как это. Женя, работал? Жень, берите вот это, дописывайте. Куда хочешь, я тебе туда и допишу. Все было нормально до того момента, пока пошли до заказы. Женя тоже чудилась сегодня, тоже с этим. То и 8, то 7, и там этих бифштексов, то 6. В общем, полный бред. Что, у нас больше похавать ничего нет? Я бы покинул такое заведение. Каждый с короной какой-то своей ходит, и каждый что-то там себе, ну, возобнил. Не знаю, ну, все настроены негативно. Кухня провалилась, потому что у нас был сегодня замечательный су-шеф, это Кирюшка, вот, который взомнил из себя великого шефа. Было весело смотреть, как у него не получается стоять на раздаче. Бедный Кирюшка.
он думал, что у него все получается. Но когда при первой же трудности, там, когда пошла пара заказа, он потерялся, и все. В итоге я ни одного четкого заказа не слышал. На кухне творится кавардак, а управляющая Аня решает совсем другие вопросы. Замуж она собралась, ага. Последних мужиков забирают нормальных. Сейчас я тебе сделаю торт. А сейчас она скажет, что у меня аллергия на грецкий орех. А я все равно его положу. Я надеюсь, что у него появится диатез. И мне сегодня делают предложение. Ну что ж ты страшная такая. Ты такая страшная. Где мое кольцо? Где мое кольцо? Где эта истеричка? О, девушка. Тем временем к капризной невесте приехал жених. Поэтому девушка спешит взглянуть на свой сюрприз. Это уже другое дело. Да, мне это нравится. Handmade называется, хаотичное движение руки. Орешки, давай. Орешки, пекан, да? Да. Вы не представляете, как вы меня выручили. Спасибо вам огромное. Все, присаживайтесь. Крикните мне. Кирюху берешь пока наверх? Продукты на кухне стремительно заканчиваются. Официанты вынуждены отказывать гостям почти во всех заказах. Жульничек будет? Жульенчика нет тоже. Закончился. Друзья мои, ну тут мороженое. Тут. Ну давайте что есть, только да. Без я понял. Ну, да. Ну Сандро, что ж. Похоже, план Сандро и Саши Ерина сработал. Кирилл не справляется с работой. А что, русские челюсти? Сёмка, одну сёмгу можем сделать. Брускетта. Сёмку? Можете одну сёмгу сделать? Брускетт можете сделать? Да брускетт нет, какой-нибудь нет, брускетт. Это моё. Тогда это, смотри, делайте мне эти помидоры с мухолистым маслом. Да. Делайте мне вот этот вот гарнир. Да, да. Напиши это все. Пишу. Когда это все повалилось, начался сумбур. Просто ты уже не знаешь, сколько тебе нужно там горячего. Просто уже делаешь с запасом. И просто вот тебе надо держать. Так вычеркиваешь. Две брускетты, одна буррата и четыре супа. Чего, уже нету? Это еще дома? Это заказ? Новый чек. Я уже говорил, что нет больше, буррат больше нет. Саша Ерин вел себя очень вызывающе. Постоянно не дублировал чеки, постоянно переписывал, залазил чуть ли не в окно там наполовину. Кирюха, только контролируй количество порций. В смысле? Все, у нас все сейчас заканчивается. Сейчас, Таня, тебе отдаю, подожди, еще заказ. Посмотри, что по чекам осталось, чтобы стопа не было. Да, ну да. Что у нас творится? Куча заказов одновременно. И что, справляетесь или нет? Да. А это что у нас? Это мое сейчас заберу. Такие микропорции, что у нас какие-то? Ну, такая, детский сад, но с помазком каким-то. Они на вкус, может быть, были неплохие. Но внешняя подача, вот эта вот маленькая котлетка на тарелке, конечно, смотрелась убого. Вот, такая столовочная немножко. Я хотела с вами посоветовать. Ну, давай, советуйся. Но так вас не было. Я решила с вами принять решение. Ну. Девушка хотела украсить торт для своего молодого человека. Он где она взяла его? Она принесла его с собой. Я ждала вас, чтобы вы подтвердили, что нельзя его здесь есть. Что они могут отравиться. Ну, если они отравятся, значит... Ну и что, и мы отдали его украшать? Я его украсила. Ага. Сейчас пойду посмотрю. Ну, пойдем. А ты-то его видела? Торт? Да, торт. Я его украшала. Наше украшение в чем заключалось? Ну все, сын, был просто голый торт. А, был голый торт? Да, да. Корж. Да. То есть мы сделали сеточку, потом сделали две мяты. Больше не влезло. И сердце сделали из... Клубники. Из клубники. Как я сейчас объявлю. Да, ты выясняешь, что там происходит, а мы тут уже сделаем презентацию. Торт для жениха и невесты Арам решил презентовать сам. Так, дорогие друзья, у меня есть для вас маленькое объявление. Значит, у нас в зале присутствует пара. Вероника и Гильдон, ее молодой человек. И, значит, ситуация следующая, что сегодня Гильдон сделал ей предложение. По нашей русской традиции, если Гильдон делает предложение Веронике, она должна печь торт. Вот она его испекла, но не покажет, пока ты не скажешь еще раз при всех. Вероника, вот это займет завтра. Да.
давай туда. Вероника, давай, иди сюда. Ну, как уж ты постаралась, хозяюшка, так вот и получилось. Пусть у них жизнь будет такая же красивая. Как этот торт. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, делаем выводы из той концепции, которую ваш управляющий выбрал. Оцениваем друг друга, говорим какие-то слова. Ну, давайте с Таней начнем сегодня. Как вы видите этот вечер? Я вечер в зале не видела вообще, поэтому ничего не могу сказать. А на кухне все было у нас очень слажено. Все прошло в теплой дружеской обстановке. Хорошо. Я бы расстрелял закупщика, потому что все, что мы планировали, 50% у нас прошло не так из-за плохого мяса, соответственно, гарниры и так далее. Пришлось в последний момент все решать. Ребята в зале скажут, насколько это было вкусно и приемлемо вообще. Ну, постарались с Кириллом, как могли с Аней, с Татьяной. У меня в баре все отлично. У тебя в баре все отлично. Да, заказы долго забирали из бара. Концепция. Александр и Елена, некоторые вообще не забирались. Кирилл? Ну, что касательно вот блюда, которые вы видели, оно делалось последние 5 минут, то есть оно планировалось в других. Ну, такая детский сад, ну, с помазком каким-то. Планировалось все сделать, как вам понравилось, то, что вас Аня когда кормила, здесь вам делала обед, решили вот это вот сделать. Мяса такого не оказалось? Нет, оно было замороженное, и в процессе разморозки оно потеряло всякий моральный и физический вид. Мне кажется, тут делов не будет с него. Оно сейчас течется. Оно в шоке. Оно сейчас жижа будет. Оно в шоке будет, да. Оно в жиже будет. Если блюдо планируется другим, оно не должно попадать в зал. Первая половина вечера прошло все нормально. Пока не начались дозаказы, и официанты начали приходить, давать какие-то писульки. А когда летят со всех сторон маленькие бумажки, там стол такой-то или вообще стола нет, просто написано там имя официанта и ну, что ему только, нужно. Я могу сказать, это плохой вашей организации. Дальше. Ну, в зале особых проблем не было у меня сегодня. И, в принципе, гости на еду не жаловались, честно говоря. Поехали дальше. Что, Саша? Гости просили все сразу. Уже... Что значит гость просит все сразу? В этот раз мы как-то... Столики торопились куда-то. Давай. Значит, для меня семгу. Для моей дочери бифштекс, 2 торта с мороженым, ну и по жульенчику, да? Попить мы уже заказали. Да. Так, все сразу нам принесите. Хорошо. А как он будет это есть тоже одновременно? Ну, конечно, было не очень легко, потому что гости хотели все и сразу, но кухня сработала отвратительно. В частности, Кирилл на раздаче, который не мог ребят координировать. Сандро? Не знаю, может, Кирилл просто первый раз на раздаче стоит, но реально сегодня была пробка там. Можете одну сёмгу сделать? Бускет можете сделать? Все как-то выходит, не знаю. Было, мы курсы расписываем, у нас все есть по курсам, но все равно какая-то была проблема. Кто-то что-то мое схватил, убежал, то есть вот не было порядка. Блин, ты официант, ты должен мне сам говорить, через сколько что выносить. А тут я слежу за тем, чтобы тебе все это было вовремя. А потом еще выслушиваю критику в свой адрес. Это полный идиотизм. Сандра, у тебя больше всех было отписок, непонятно к какому столу. И у меня четко, можем мы все отписки поднять. Все четко расписано. Подожди, Максим, ваше мнение. Ну, у меня сегодня, как обычно, на мойке это бывает, все хорошо. Ну и что, Юля, сегодня возвращались? Было много котлет, да, которые не доели. Огурцы вот эти вообще не ели, которые с этими, с котлетами. Не ели пюре вот это вот, которое размазанное было по тарелке. Ну, я не знаю, с чего. Макс себя зарекомендовал, что типа он бог и царь, корону себе повесил, ее не снимает. Хотя у него тоже ошибок было дофига и больше. Сейчас, когда другие хотят себя проявить, он палки в колеса вставляет. Ну, а ты видишь какую-то проблему во всем там, в этом ресторане, в этой вечере? Я вижу проблему в коллективе просто. Коллектив у нас лебедь, рак и щука. Каждый видит себя победителем, при этом в коллективе работать не хочет. Вот сколько мы здесь вместе вот, уже находимся? Пытаюсь вам сказать, что лидер должен иметь мужество. Вам могут привезти плохую еду, никакого забастовки не вижу. Вы должны сказать, мы из этого готовить не будем, ужина сегодня не будет. Все! Но никто этого не сделал. Просто все привыкли, что есть человек, который руководит, и вот он руководит и собирает все шишки на себя. На следующий день
Вы поедете на рынок и будете покупать то, что вы хотите. И пока ты будешь говорить о том, что у тебя ресторан, потому что ты вынужден готовить здесь, будет совок. Размёрз нас, пух и прах. Скажи мне, дорогая, сегодня какая-то ценность была в том, чтобы вы в этих хохлах ходили? Это форма, эти фартуки. Ну, это реально, это ужас вообще. Да все виноваты на самом деле. Потому что, ну, она придумала, а мы согласились. Мы не должны были, видимо, соглашаться. Вы торговали сегодня откровенной шлачиной, понимаешь? Сарам видел одно блюдо, которое самое неудачное. Вот, и по нему сделал вывод об остальном. Такие микропорции, что ли, у нас какие-то? Такие есть. Один. Если бы я вам дал себе такую еду, мне послали бы на... Котлеты. Еще и с каким-то салатом на тарелке. Жесть вообще. Вам кинут тарелку в голову обратно со страшной скоростью. И вы тут сидите, 9 человек, и кажется, что замечания нет. Вообще, я был одно замечание, вообще, так как, вообще великолепный у нас шалман. То есть я все время думаю, я что, с ума сошел? Может, я какой-то не такой? Вы серьезно хотите сказать, что вот эта гора, которую вы производите, она имеет какую-то ценность? Арам Михайлович погорячился сказать, что мы все приготовили по мае. Потому что на самом деле были позиции, которые были вкусные и съедобные. Все с перекошенной мордой критиковать, это любой может. Уже какая неделя идет, и никто из вас не может проявить мужество. Ну, сделайте вкусное блюдо. Было, вот вы мексиканское надевали, было вкусное, была еда, я помню. Что, это я даже ел с удовольствием. Во-первых, это красиво. Угу. Во-вторых, это вкусно. А в-третьих, это полезно, на самом деле. Вы приходите, опять делаете какую-то чушь. Ну, каждый раз, это как... Гость, я вообще в шоке. А когда еще приходит человек и начинает говорить, принесите мне первое одновременно со вторым, одновременно с третьим. Ну это же все чепуха, это с рестораном ничего общего не имеет. Ну нас же не для этого сюда позвали. И вы сюда пришли из-за меня, сказали, что вот будет Тамара Михайлович, волшебный маленький армянин. Он, значит, все научит, как делать. Да, из Хабаровска перлась. Чтобы делать этот корм, у тебя завтра... Последний шанс сделать что-то человеческое. Арам полностью раскритиковал в пух и прах мою концепцию, мою работу вообще за всю неделю. Дал понять, что если я завтра последний ужин не проведу отлично, то я претендент на вылет. Вы сами видели, что результат здесь возможен. Это было. Не может быть, что эти люди шли, а потом они шли и уже умерли. Мы скатились за столовой, потому что мы катились по наклонной. Мне кажется, что эта ошибка была с концептом связанная. Я, видимо, акцент вообще не на то поставила. Дорогая моя, если вы не соберетесь, во-первых, это твоя репутация на кону. Ты абсолютно была в моих глазах. Ну, ты была одним из самых ярких лидеров. Но ты показала себя вот в эту неделю как немножко человек, не заслуживающий этих денег, которые там написаны на стене. Ну, как бы прискорбно для Ани это не было. Да, Рам был прав. Завтра по моей просьбе перевезут свежих уток. Их надо будет ощипать, опалить. Аня, я тебя умоляю, но я уже старый человек. Я честно вам готов посвятить свое время. Поэтому давайте мы подсоберемся, друзья мои. Так, давай сначала, кто утками займется? Ну, я думаю, Валера и Саша. Давайте, соберитесь силами и сделайте завтра хороший ужин. Все, до завтра. После разгромной речи Арама Аня собрала всех участников в чиллауте для совещания. Добрый вечер. Выручка на сегодня у нас 88 тысяч 800 рублей. И общий приз составил 2 миллиона 641 тысяч 400 рублей. Завтра у нас привезут 2 уток, которых надо будет разделать и приготовить. Вы все хотите вот так вот взять и согласиться с Арамом, да? То, что надо здесь закошмарить уток и в меню именно ввести блюдо, которое будет иметь отношение к утке. То есть. Хочу я этого или нет, завтра будет утка в меню. В любом случае, по шапке получать не вам.
Сейчас я хочу каждого выслушать. Именно один человек должен отвечать, ну, за свое меню, а не отвечать 9 человек. Ну, это бред полный. Я считаю, что должно быть жаркое. Просто какое оно должно быть, это уже второй вопрос. Ни в одном ресторане я никогда не видел рагу из утки. Я знаю что-то подобное, типа рагу, это в китайской кухне. Ну и салат из теплой из утиной грудки. Хорошо, как я понимаю, ты, ну, за то, что концепцию мы никакую не делаем. Мы остаемся просто рестораном. Все надо действительно сделать какой-то дресс-код, а то ты действительно, мы к столовке скатились и сюда поперло. Да у нас всегда гости, заметьте, были очень странные. То с собаками, блин. Кто со змеями? У нас змея пропала. Владимир, это очень важно. Это... Суету не наводим в ресторане? Второго ищите. Где второй? Я тоже предлагаю сделать какой-нибудь рагу из утки. Но можно, например, рагу из утки подавать с талиетели. Ну, это паста. Талиетели. Татьяна, ты права, с пастой. Ну что сейчас придумали? У нас нет ни паста варки. Вообще, представьте, сколько делаться будет у нас это блюдо вообще, чтобы в зал получили гости. Паста варится 7 минут. Да это вообще это чушь. Да, длительно делать, но это уже блюдо готовое, которое просто на раздачу подавай. Это, в общем-то, здравая мысль. Если есть филе утиное, то можно сделать утку там магре там, или ножки утиные. Утки может не получиться магре. То есть вот, там такая история может быть, что у тебя просто там, сухая. Там просто надо приготовить. Утка. Ну то, что салат нужен, это по-любому какой-нибудь из свежих овощей. Может быть с уткой, может быть без утки. Она всех созывает, начинается этот галдеж, каждый что-то свое там пихает. Но так не делается просто. Леся? То я согласна с Сашей, это максимум лапша утиная. Суп какой-нибудь. Я не участвую в этом. Мне неинтересно. Я не буду в этом участвовать. То она хоть буйствовала какие-то там с кем-то склоки, сплетни, ругачки. Сейчас она вообще заняла какое-то такое амебное состояние. Ну что я вам хочу сказать? Давайте сделаем просто целиковую утку с яблоками. Нормально ее порезали. И все, подаем. Ну, целиком утки запекать – это нездравая однозначно мысль, Сандро. Это банкетное меню, от которого он все никак не хочет отходить. Можно сделать, я не знаю, карпаччо какой-нибудь это, из копченой утки. Ну, быстро раскидать его по тарелкам. Насчет целой утки, запеченной в духовке. Да, там две ноги. Чистого. Какие две ноги? Ну, блин, кому-то достанется нога. Кому-то достанется, подожди. Разруби ее, разрежь. Конечно. Подожди. Нет, с другой стороны, действительно, сидят три человека за столом. Нет, ребята. Вот три человека заказали утку. Кому-то ты ногу принесешь. Кому-то нога достается, кому-то так, еще какая-то часть. Нет, давайте так. Ребят, ребят, давайте проголосуем тогда. Поднимайте руки, кто за целую утку. Да, однозначно целую утку. Трое. Давайте поднимем руки те, кто какую-то отдельную часть выбрать, закупить действительно и ее приготовить. Четверо. Значит, целая утка отпадает. Она так бодро говорит, нет, все, вот будет так, и все, как бы. Ну, кто с управляющим будет спорить? Я считаю, что мое предложение было лучше. Утки нужно готовить целиком, с яблоками, с грушами. Это очень вкусно. Ребят, спасибо вам за ваши предложения. И завтра меня Арам Михайлович не выгонит. Мы можем ехать домой и отдыхать. Если завтра вот все пойдет так же, как вот сегодня было в чиллауте, то завтра будет опять же фиаско. Я вот не могу понять, почему они у вас, ребята, окоченели. Почему ты берешь человека, который ни уха, ни рыла пухнет, ставишь шеф-поваром? Да не хочу я вообще участвовать в этом. Я что, должен умереть тут на кухне? Попробуй сам. Идеально вообще-то. Нет. Кто такой? Можешь продержать? Сколько секунд? Что, дурак, что ли? А это же вы поете песню «Я тебя зацелую», не знаю, мне очень нравится. Пришла сюда и нас команду. Туда, туда. Потому что мы здесь главные, а не вы.